Обычный будний день, обеденное время. На одностороннем участке Молодежной улицы от Маршала Неделина до Красногорского шоссе достаточно оживленное движение. Здесь расположено несколько социально значимых объектов. Мест для парковки не хватает. Поэтому автомобилисты оставляют своих железных коней по обеим сторонам проезжей части. Хотя знаки предупреждают – работают эвакуаторы. Без нарушения ПДД стоянка разрешена только на одной стороне дороги. По четным дням слева по ходу движения, по нечетным справа. Однако машины стоят везде. Уважаемые автолюбители, всегда, когда ведете свой автомобиль, смотрите на знаки и соблюдайте правила дорожного движения. Инспекторы ГИБДД Одинцовского городского округа ежедневно фиксируют нарушения правил дорожного движения, в том числе и нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств. Одинцовская госавтоинспекция напоминает автолюбителям, что необходимо парковать транспортные средства только в разрешенных для этого местах. На всю процедуру эвакуации уходит около 5-7 минут. А клеить все двери, закрепить тросы на колесах, погрузить автомобиль. После такого вояжа автовладельцу придется поискать своего коня и заплатить штраф за парковку в размере 1500 рублей и еще 4500 за работу эвакуатора. Конечно, в городе Одинцово не такая забитая ситуация, можно было и найти парковочку в другом месте. Вот. Ну, наука будет на будущее. Вот. Хотя, конечно, выражаю соболезнования тому, кто попал в эту ситуацию. Эвакуированные в Одинцове машины отправляются на спецстоянку по адресу Можайское шоссе 8Б. Первые сутки нахождение там автомобиля бесплатно. За остальное придется заплатить. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».